Масштабный теракт предотвратила бельгийская полиция. Силовики задержали группу террористов, с которой сотрудничал иранский дипломат. Где планировался взрыв и против кого был направлен, расскажет Елена Абрамович. Подозрительный черный «Мерседес» в одном из районов Брюсселя правоохранители обнаружили в субботу. Сначала его обследовал робот, потом уже подошли специалисты и произвели контролируемый взрыв. В машине было 0,5 кг взрывчатого вещества и детонатор. Принадлежало авто молодой паре иранцев с бельгийским гражданством. Стало известно о планах нападения на иранскую организацию, которая выступает против действующего иранского режима. Планировался взрыв на конференции этой организации в Париже. Бельгийская полиция в сотрудничестве со следователями из Франции и Германии провела совместную операцию и задержала несколько соучастников. Среди них иранский дипломат, который работал в посольстве в Вене. На конференции, где должен был произойти взрыв, присутствовали 25 тысяч человек. Среди них несколько бывших европейских и арабских министров, а также адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. На этой конференции собрались оппозиционеры, стремящиеся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. И это имеет отношение к адвокату из США, поскольку он работает в сфере коммуникаций, много занимается лоббизмом, участвует в дискуссиях о политике и финансах. Французские СМИ предполагают, что за организацией теракта стоят иранские спецслужбы. Между тем, министр иностранных дел Ирана назвал новость зловещей и неправдоподобной и заявил, Тегеран готов сотрудничать со следствием, чтобы докопаться до сути. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Спиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».